Всем здравствуйте, с вами на связи Елена, я приветствую вас на своем канале. Каждый раз говорю о том, что если вам нужна любая информация касательно моей консультации, касательно обучения, либо еще чего-либо, не знаю, все, что может быть даже касательно дневника раскладов, которые у меня есть, и вы можете приобрести мои индивидуальные наработки, все есть в описании под видео. И каждый раз, когда я об этом говорю, всегда найдутся люди, которые будут меня спрашивать, как вам прийти на обучение, как записаться на консультацию, где приобрести дневник раскладов. В очередной раз напоминаю, любая информация, которая вам необходима, она есть в описании под любым моим видео. Ну, на крайний случай вы можете написать мне на почту, и я вам отвечу на ваш волнующий вопрос. Сегодня мы с вами будем делать расклад, который называется «Моя роль в жизни ребенка». Я не помню, кто именно мне его предложил. Было предложено давно, по-моему, еще даже до Нового года. Но вот как-то все откладывало этот расклад на потом. И сегодня в наших новых реалиях, не знаю, насколько вам видно, на улице у нас -1 в Афинах, снег идет. А кто там... Как мне писали в Инстаграм, Елене, у нас -20. Это все понятно, но если вы живете в регионе, где снегопады зимой – это привычная зима, то для Афин так, чтобы выпал снег и лежал, это нонсенс. То есть последний раз это, по-моему, было в 2000, если я не ошибаюсь, в 2004 году. Поэтому для нас это нонсенс. Точно так же, как для кого-то, например, я не знаю, там в Москве либо в Питере, если летом будет плюс 40. То, что, допустим, для нас является нормальной реальностью. Вот, поэтому сегодня я вот так вот укуталась немножко, чтобы согреться. Хорошо, три обычные позиции. Первая, вторая и третья. Голубенькие, красненькие, зелененькие. Мне несколько минут, чтобы настроиться. То есть мои болталки в начале, они всегда направлены на то, чтобы я немножко сонастроилась с раскладом. Вот, и прям слышу возмущение некоторых комментаторов, которые говорят, когда же вы уже начнете, неужели нельзя это оставить за кадром? Нет, нельзя за кадром оставлять такие вещи по причине того, что мне нужно, ну, то есть я не автомат, я не могу нажать на кнопку писать и хоп, и сразу включиться в поток. Я не работаю от ума. Ну, то есть мне нужно войти в нужное состояние, поэтому всегда несколько минут вначале я беру, чтобы сонастроиться. И я не могу это сделать до, потому что в любом случае, как только, даже если я настроюсь до расклада, и я сяду записывать, меня выбьет все равно из этого состояния, в него нужно будет заново входить. Для чего я это все объясняю? Для того, чтобы у вас просто было понимание, хотя кому оно нужно. Ладно. Приступим. Работать будем сегодня на колоде «Небо и земля». Поработаем на эпическом таро, непосредственно ваша роль в жизни ребенка. И на колоде «Чака Спицана», да, сценарий. Посмотрим, да, то есть ваша роль, что именно вы должны будете сделать. Я отодвигаю эти две позиции. И мы с вами приступаем. Позиция номер один, голубенький камешек. Сначала, наверное, знаете, я хочу рассмотреть вашего ребенка. Немножко о нем, да, чтобы вы понимали, про вас этот расклад или нет, и потом немножко вас. И уже исходя вот из этих двух портретов вашего ребенка и вас, уже можно будет сказать, да, какова ваша роль. То есть я понимаю под словом роль, это что, чему вы должны научить, да, то есть как вы должны себя вести, вот как-то так я это вижу. Ну, то есть я обозначиваю, чтобы вам было понятно, и плюс ко всему мысли вслух для того, чтобы самой понять, как сделать этот расклад наилучшим образом. Так, значит, наверное, 10 карт на вас и на вашего ребенка. Так прям беспорядочно. И так, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 5 и 5, 10, да. И мы сделаем пендагльку. Так, это будет, наверное, на вашего ребенка, да. А здесь наша звездочка пендакль на вас. И мы посмотрим. Ну, вот примерно так. Итак, о вашем ребенке.
немножко о нем. Очень интересный момент. Я не буду озвучивать пол ребенка, если я четко не почувствую, да, о ком здесь идет речь. Но в любом случае, если вы женщина, вы мама, потому что смотрят и мужчины, да, вы очень значимая личность, да, то есть выпадает императрица, карта, говорящая о том, что очень большое влияние на ребенка имеете вы. То есть этот человек, маленький, большой, неважно какой возраст, живет с ориентиром на вас, на ваше мировоззрение, на ваше мировосприятие, то, как вы его учили, то его, да, интересно. Ребенок, но как будто бы это мальчик. Нет, я не говорю, что это мальчик, но вы как будто бы... Знаете, с оглядкой на вас. Я не говорю о том, что он боится, а говорю о том, что вы очень значимая, да, вот такая личность, очень яркая, очень уверенная. То есть, если это, допустим, мальчик, то уже изначально могу сказать, что примером женщин в его мировоззрении будете вы. Он будет искать подобных женщин на вас. Конечно, кто-то из вас может сказать, что он, да, в принципе, мы так или иначе, да, ищем в других партнерах своих родителей. Безусловно, но влияние ваше, оно очень ярко окрашено. То есть, как вы выглядите непосредственно, да. Здесь такой, знаете, более такой волевой характер, да. Вот, например, если, опять-таки, если это мальчик, то он будет искать женщину не то чтобы... красивую, да, в контексте вот общепринятой, да, красоты, а скорее всего по энергетике, да, про уверенность, про самообладание, про умение коммуницировать, преподносить себя, да, добиваться того, что я хочу. Причем не ярко, так огненно, а прям вот с напором, а именно, знаете, иногда проявлять где-то какую-то женскую мудрость, хитрость, пускай она будет и ярко выражена или нет. Но в любом случае, то есть ваше влияние на ребенка, оно особенно в ценностях, да, вот в материальных, в ласке, в любви, в прикосновении, в умении наслаждаться жизнью. Вот, вот эти ценности, да, вы очень хорошо вложили в вашего ребенка своим примером. Если же это девочка, то прям планка будет очень высока у нее, то есть ориентир у этого ребенка на вас очень-очень высокий. То есть я хочу быть как моя мама. Пускай у меня сразу идет такое, что девочка говорит о том, что нет, да, отказ, я нет, я не буду, я вообще на тебя никак не похожа, и я не хочу быть как ты, но где-то на уровне бессознательного все равно вот ваше влияние, это знаете, как заходишь в комнату, и неважно, как ты одет, но вот ты своей энергетикой заполняешь полностью пространство. Вот такое очень яркое влияние вы имеете на своего ребенка. Прям сразу так показала, очень интересно. Так, я еще хочу вот эту карту открыть. Почему? Потому что вот именно ценности, которые перенял ребенок, я не знаю, от вас, либо от кого-либо, но которые присутствуют в его жизни, они очень земные, они очень понятные, они очень материальные. То есть, если говорить, допустим, как первый взгляд уже, да, оценка, ну, ориентир у человека идет на материю, либо на духовное развитие, то здесь вот прям ребенок достаточно такой материальный. Ему нужны результаты, ему нужно это все потрогать, тогда он может поверить в себя, да, тогда он поймет, куда ему нужно двигаться. Вот такие вот абстрактные какие-то понятия, они ему чужды. Очень такой заземленный ребенок, который не торопится, да, который может долгое время присматриваться, вкладываться, ну, я не знаю, то, чем он занимается, да, он хочет, чтобы мысли у него были продуктивные, но иногда очень долго идет к своему результату, да, могут опускаться руки у него.
либо у него какие-то высокие такие надежды, да, мечты большие, что кажется, ну, я не могу их реализовать, либо вот именно, знаете, ощущение, что вот ваш ребенок, он больше интроверт, и вот погружение в себя, вот эти вот не спешащие никуда мысли, я не могу сказать, что они философского плана, но они вот как-то иногда навевают какой-то грустью, да, может быть, даже вот это вот сравнение, да, что вот матери, да, все удается в жизни, а у меня нет. Как будто бы вот такое сравнение. Либо я не похож, не похожа в чем-то на нее, и у меня, наверное, не получится. Но вот общие мысли, которые, может быть, на данный момент такой, да, потому что мы всегда смотрим в разрезе здесь и сейчас, преобладают какие-то не очень приятные мысли в жизни вашего ребенка, да, по поводу каких-то своих надежд, а может быть, если это ребенок достаточно взрелый, да, по поводу именно финансов и дальнейшего своего продвижения по жизни, направления. Да, если здесь мужчина, то здесь вот прям, ну, взрослый, да, допустим, парень, либо уже мужчина, да, если вы тоже взрослая женщина, то здесь мысли как раз-таки связаны с тем, чтобы утвердиться в этой жизни, да, вот как-то, чтобы жизнь, она уже устаканилась, чтобы почувствовать себя более уверенным, более значимым, да, может быть, даже в какой-то степени более мудрым человеком, состоявшимся. Либо здесь человек думает о том, да, как бы мне состояться в этой жизни, что мне нужно сделать. То есть вот здесь вот какие-то размышления идут, причем ответы на эти вопросы человек очень долгое время не может найти и впадает, знаете, вот периодически в такое состояние, да, когда вот, ну, что-то меня не устраивает, что-то меня не удовлетворяет. Я не знаю, какое направление мне выбрать, что мне нужно сделать. Не очень приятное здесь состояние, но связанное именно... Здесь как будто бы, знаете, внутренние какие-то изменения происходят у человека. Я не говорю о трансформации, а я говорю о том, что вот эти вот, знаете, мысли периодические, да, вопросы, которые мы задаем сами себе, они возникают, ну, не случайно. Да, то есть здесь должно быть время здесь показано, да, какой-то долгий период, как будто бы человек постепенно-постепенно созревает для того, чтобы как-то определиться, да, в своей жизни. Здесь могут быть разные возраста, но не младше 20 лет. Да? Мне почему-то здесь вот по общей энергетике кажется более взрослые такие люди. Хорошо, смотрим дальше. Что еще нам здесь карты показывают о вашем ребенке? О том, что здесь то, что касается чувственного внутреннего аспекта, да, то человек находится сейчас либо в поиске каких-то новых отношений, либо новых удовлетворений, удовольствий в жизни. Здесь опять-таки показывается какой-то вот такой этап переходный. Это не про то, что это завершение и начало чего-то нового, нет. А здесь вот именно, может быть, как раз-таки связано с тем, что человек ищет себе пару, и если опять-таки мальчик, и понимает, что для того, чтобы создать, допустим, семью, мне необходимо иметь какой-то определенный заработок, да, для того, чтобы я смог... ну, обеспечивать как-то свою семью. Возможно, здесь, если вы, допустим, в разводе, у ребенка появляется вот такое вот ощущение заботы о вас, да, о своей собственной семье, ну, в вашем лице, если у него еще нету пары, но в мыслях есть вот это вот желание, да, шанс, когда хочется, вот здесь вот ощущение того, что нету какого-то внутреннего удовлетворения, да, наслаждения, не хватает вот этих эмоций, причем не ярких красок радости, а именно внутреннего какого-то удовлетворения, наслаждения, да, когда я могу сам себя побаловать, да, здесь вот идут какие-то искушения, может быть, у ребенка есть какие-то желания, которые вот здесь вот он как раз-таки обдумывает и не может
может их реализовать. И они как-то пересекаются именно с эмоциональным фоном. Я не говорю, что здесь речь идет о любви и отношениях, да, вашего ребенка, а здесь именно вот идет какое-то искушение того, что либо страхи о том, что я не смогу получать удовольствие, да, нету внутренней наполненности. Здесь вот и период, я говорю, этап у ребенка, который связан с какими-то начинаниями, с какими-то новыми желаниями. Здесь человек очень много думает, очень много размышляет о чем-то новом, о каком-то новом своем пути. Это может быть, например, если ребенок поступает в университет, в институт, то есть идет куда-то на обучение, ему, возможно, нужно будет переехать, да? Либо он как-то планирует и размышляет, то есть здесь новый путь может быть напрямую связан, да, что нужно куда-то поехать, что-то сделать, и, возможно, мне не хватает денег, и я не знаю, как это будет, то есть, ну, о заработке, к примеру, да, думает. Вот. Либо это может быть новый путь, вот как мы говорим, да, от поступления, например, в какое-то заведение. И у ребенка есть какие-то амбиции, да, желания, то есть вот новые возможности появились, и он их обдумывает, что и как делать. Да, здесь принято какое-то решение непосредственно, связанная с профессиональной сферой. Да? Может быть, здесь кто-то даже уволился, допустим, с работы, да? Либо было расставание, развод. И вот человек думает о дальнейшем своем пути. У меня здесь, знаете, поскольку вас очень много, вот здесь вот энергии могут быть разные. То есть здесь могут быть, например, опять-таки старше 20 лет, потому что мне энергия здесь достаточно взрослого человека идет. И причем почему-то больше я вижу мужчину, мальчика, парня, нежели девочку. Но здесь в любом случае, вот здесь идет такой случай, что если это действительно уже взрослый мужчина, парень, да, у которого уже были либо отношения, либо была семья, и вот произошел здесь уход, развод, и человек полностью погрузился как-то в профессиональную сферу, да, и у него появляется, здесь нету огорчения об уходе, а здесь, либо расставание, а здесь есть вот уже, знаете, как будто бы, ну, прошел вот этот вот этап скорби, и я хочу, ну, что-то новое, да, то есть я уже планирую. Либо человек давно уже расстался и долгое время находится один, и он думает вот о семье, но при этом понимает, что финансовая опора, она очень важна. Вот здесь вот почему-то мне показали какую-то ситуацию, мне не показали характер, да, я предполагала, что карты покажут характер человека, но нам показали здесь непосредственно, так вот так карты раскрою, потому что важно увидеть, какую-то ситуацию описали. Хорошо, давайте я посмотрю, вот это отодвинем. Так, и давайте я посмотрю вас, если вы узнали себя. Вы действительно, либо у вас сейчас период такой же важный и значимый, как у вашего ребенка, либо вы человек очень значимый, потому что выпало три великих аркана. Во-первых, вы действительно человек, который имеет... Так, микрофон перекрутился, сори, надеюсь, звук нормальный. Человек, который имеет внутреннюю красоту. Да, вот это вот душевное какое-то ваше состояние. Человек, который любит погружаться в себя, уединяться для каких-то размышлений. Вот если вы женщина, у вас очень много мужских, у вас очень много мужских качеств, у вас такая активная достаточно энергия, не то, что вы подвижный человек, но вот именно волевой, то, что я и увидела в самом начале, да, когда рассказывала о вашем ребенке. Вы умеете видеть красоту в людях, красоту в жизни, достаточно такой веселый человек, но при этом близко к себе я не вижу, чтобы вы подпускали людей. Здесь такое ощущение, что вы входите в позицию наблюдателя. Очень много, достаточно мудры, любите рассуждать, понимать какие-то вещи, может быть, много читаете.
Но для вас комфортно вот это вот уединение. Я не могу сказать, что это одиночество, да, но именно уединение, потому что в этот момент вы определяетесь со своей жизнью, вы определяете, что вам делать, куда вам дальше двигаться, да, вообще что-то пересматриваете. Но вот ощущение того, что это ваша такая вот привычное такое состояние, которое приносит вам удовлетворение, вот побыть собой. Мне здесь, знаете, идет кто-то, может быть, вечером зажигает свечи. Прям сейчас зима, холодно, да, вот атмосфера такая уюта, теплоты, тишины, спокойствия. Даже если есть музыка, она такая негромкая, и это не песня, просто мелодия, что-то, что успокаивает. Я вижу здесь приглушенные. Вот ваше время это вечернее, ближе к ночному. Но вы не сова, то есть это не ночь, а вот именно когда сумерки, да, когда произошел закат солнца, такое, как будто бы город уже успокаивается, и вот вы наслаждаетесь, вот это вот ваше время, оно вас наполняет. Тишина, вы получаете удовлетворение, тепло, спокойно, вы не любите шумы, вообще очень громкие разговоры, вот этот вот приглушенный свет, он вам как-то, знаете, не то чтобы создает какую-то атмосферу, а он как-то способствует вашему мыслительному процессу. Что касается ваших ощущений на данный момент, то здесь вы как будто бы, знаете, хотите сохранить то, что... Вот это вот спокойствие и вот эту тишину, которую вы приобрели. Вот у меня такое ощущение, да, что вы будете прям вот отстаивать. Вы сейчас, возможно, у вас такой период, когда вы не хотите никого подпускать к себе. Я не говорю о том, что здесь есть какие-то обиды, да, либо какие-то проблемы, травмы. Нет, здесь не про это. Здесь вот, понимаете, про полное наслаждение. И я буду отстаивать очень яростно вот это вот свое пространство, и я не хочу никого впускать, и вот я не хочу ничего чувствовать. И здесь не про минус, здесь вот это вот состояние, оно говорит о том, что мне настолько хорошо, мне настолько кайфово, что я хочу... Вот отстаивать то, что имею, потому что меня это удовлетворяет. И мне все равно, если, допустим, мне кто-то скажет, и я отвечу как-то резко. То есть вы уже вот научились, я так бы сказала, да, заботиться о себе, понимать вот, вот ваше пространство, это такое, знаете, святое место. Оно должно быть в чистоте, и именно, я не имею в виду только в физическом, а здесь вот больше энергетическое, да, и поэтому вы к себе не подпускаете, потому что вот ваше пространство не только внутреннее, да, касательно тела, но и то, что вас окружает, оно, вот вы его с такой любовью наполняете, оно вам настолько соответствует, что любая другая энергетика, входящая в это пространство, она начинает его тревожить. И если в унисон, то окей, все хорошо. А если, допустим, человек, который вам не в унисон, он начинает как-то сотрясать ваше пространство. И вот эти колебации, то, что я говорила, вы любите вот как-то, знаете, тихий голос, приглушенный вот этот вот свет, такой фоном. Для вас это вызывает некий дискомфорт. И вот здесь вот такое ощущение, что мне уже лень кому-то что-то доказывать. Мне легче просто, знаете, вот вытолкать человека из своего пространства и закрыть дверь. То есть я не буду никому ничего уже объяснять. То есть прошло уже это время, да. Вот выражение о том, что в то время, в котором я нахожусь сейчас, да, либо в том возрасте, я могу себе позволить быть тем, кем я являюсь на данный момент. И вести себя так, как я хочу. То есть вот здесь вот как... Это не усталость, а это создание именно своего мира так, как вы хотите. При этом вы человек, у которого есть желание, у вас есть амбиции, вы знаете, что я не хочу, опять повторюсь и скажу, не хочу содрогать пространство, если мне это не очень нужно. То есть вы
условно говоря, в кавычках, встаете с кровати, да, только тогда, когда это действительно нужно, да, то есть вы будете вкладываться и делать что-то только тогда, когда это действительно нужно. Лишних телодвижений вам не нужно совершать. Почему? Потому что вы четко, вы достигли такого момента, когда вы знаете, что вы хотите, для чего вы это хотите и как вы можете этого добиться. То есть если вы действительно определите, что мне вот эта вот идея, либо цель, либо какое-то желание необходимо, вы встанете и будете работать, и будете вкладывать, и вы это обязательно получите, да. Но здесь вот как будто бы вот это вот отсечение, вот это вот мишура лишнее, не нужно, я не буду тратить свою энергию. Здесь вот какой-то такой, знаете, очень сбалансированное, гармоничное понимание жизни у вас появилось, но при этом вот ваша позиция, как ни странно, да, с одной стороны, очень много зрелости, очень много мудрости, опыта, понимания вещей, а с другой стороны, вот это вот, знаете, открытость, доверчивость, чистота, побуждение, намерение, искренность, дружба, верность, она у вас присутствует. То есть, невзирая на ваш опыт, да, когда внешне вы можете казаться грозными, такими достаточно серьезными, закрытыми интровертами, да, причем так интересно, что ваш ребенок тоже наверняка интроверт, не тот человек, который делится как-то своими эмоциями с вами, да, очень схоже с вашей позицией на данный момент. Но вы остаетесь чисты в своей душе, с верой в самое лучшее. Это не говорит о том, что у вас есть иллюзии, вы носите розовые очки, просто вы действительно верите в самое лучшее касательно мира, но при этом вы можете отличать, где надо доверяться, а где нет. У вас есть это понимание. Если во всем этом вы узнали как-то себя и своего ребенка, давайте тогда мы посмотрим, какова ваша роль в вашем ребенке. Ну вот прям, даже если, хочу сказать, если вашему ребенку там, лет 20, может быть, 22, вот у него какие-то такие серьезные взгляды. Он также, возможно, как вы, взрослый не по годам. Вот что я хочу сказать. Прям вот есть у него эти мужские качества. Хорошо, ваша роль. Ну, сразу две карты выпало. Ваша роль, а вот ваша роль приносить какой-то баланс. Баланс именно равновесие в мыслительный процесс вашего ребенка. Здесь, знаете, не про то, чтобы как-то помогать его поддерживать, да, когда он в себя не верит, либо падает, нет, а создавать какую-то, знаете, такую атмосферу, обстановку вокруг него, чтобы он успокаивался, да, потому что здесь ваш ребенок, у меня такое ощущение, что очень много думает, у него какой-то, может быть, сейчас период такой, очень активный мыслительный процесс, и он не умеет расслабляться, он не умеет останавливать поток вот этих мыслей, да, может быть, здесь детский максимализм еще присутствует, когда я хочу, да, там, искры, движения, вот такая какая-то огненность присутствует. И ваша задача найти именно какой-то вот баланс, гармонию, то есть в силу вашей мудрости не объяснять ребенку, как правильно, как надо или не надо, а уметь видеть причинно-следственные связи. И если вы разговариваете, например, с ним, то показывать, ни в коем случае не обучать, ваш ребенок будет сопротивляться этому, потому что и вы такой характер, вы не тот человек, который принимаете советы, рекомендации, даже если они вам действительно нужны и будут полезны. А именно показывать ребенку причинно-следственные связи. Вот смотри, обращаясь на какое-то вот фактическое мышление, да, здесь вашему ребенку важно именно от вас увидеть какую-то вот холодную такую логику, расчетливую, что вот причина и вот следствие. Вот так поступишь, вот это вот получишь. Да, чтобы как-то уравновесить его, да, чтобы не раскачивала вашего ребенка, потому что здесь могут быть какие-то сомнения, какие-то шаблоны. И вот ваша задача еще показывать свободу, да, вот как какие-то новые прогрессирующие взгляды на жизнь, которые он получает именно через вас. То есть то, как вы мыслите, то, как ваше мировосприятие, мироощущение, я сказала в самом начале, что имеет огромное влияние на вашего ребенка.
ему будет сложно найти партнера соответствующего вам, потому что это очень высокая планка императрицы. Это настолько идеал, когда каждую женщину, девушку, которую он будет встречать, он будет сопоставлять с вами, и ей будет до вас далеко. То есть в этом есть какой-то свой плюс и свой минус, но вот ваша роль уметь вводить вашего ребенка вот именно в какой-то вот баланс, чтобы он не уходил в крайности. И здесь в данном случае крайность не эмоционально, а именно мыслительного процесса, потому что есть шаблоны. Вот этот вот страх, постоянный стресс, постоянное переживание, волнение, вот это вот мысли в голове, они бывают такие периоды, когда они его... как-то вот он как в тюрьме находится, да, сковывает. И ваша задача не объяснять им, не говорить, потому что это все будет восприниматься в штыки, а именно уравновешивать, да. То есть вам в данном случае надо самой соответствовать законам, да, потому что здесь вашему ребенку закон прям очень важен, да, вот чтобы все было так, как нужно, правильно, по закону, справедливо. Вообще ваш ребенок борец за справедливость, да, так же, как и вы в какой-то степени, хотя вы можете этого и не осознавать. Но вот здесь вот очень важно через себя, через свой пример, да, то есть если вы видите, что что-то не так, да, в жизни вашего ребенка, это как будто бы вам показатель на то, что вы должны что-то в себе изменить и своим собственным примером показать. То есть не будет так, что если, допустим, вы не платите налоги, да, а пришел какой-то штраф, допустим, вашему ребенку за неправильную парковку в ненужном месте, нету смысла потом ему говорить о том, что да, надо заплатить, не оставляй это дело, потому что потом придет тебе вдвойне, там, с процентами и так далее. Он это не примет, потому что он все время вам будет указывать: посмотри на себя, а ты как делаешь, ты как поступаешь. У вас будет очень много стычек на этом плане. Вам будет казаться, что ваш ребенок отдален от вас, да, но помните, что он зеркалит ваше состояние, что и вы такой человек достаточно закрытый, не открываете. Тем более он вам не открывает своих эмоций. И вам иногда непонятно. То есть вам понятны его мысли, его рассуждения, но его эмоции вам сложно будет понять. Да, потому что он вам не рассказывает о них. Здесь проигрывается сценарий, да, ваша роль в жизни ребенка. Очень сложное отношение у вас с вашим ребенком, да, и вам может казаться, что он вас не уважает, не ценит, но это не так, вы действительно значимы и важны в жизни вашего ребенка. И может кому-то показаться, что я повторяюсь, да, но я просто хочу донести вам эту информацию. То есть если вы поймете, насколько вы значимы. Потому что он не эмоциональный, он не показывает. Это не тот ребенок, который придет вам и скажет, обнимет, скажет: ой, мамочка, я тебя так люблю. Нет, вы наоборот, будет вам казаться, что он идет против вас, да, что он как будто бы вот вас не любит, он вот желает вам самого худшего, да, либо вообще отстраняется, выстраивает какую-то стенку, и вам будет казаться, что то, что я сейчас говорю, это вообще не имеет какого отношения к вам. То есть как так? О чем ты говоришь, о какой важности? Это вообще не про меня. Почему? Потому что здесь выпадает карта ехидства, у него будет такое желание вас уколоть, да, сделать вам побольнее, показать все время желание, знаете, вот как-то вас не то чтобы унизить, а принизить, вот какие-то слова такие, как у скорпиона, достаточно такие колкие, болезни, может, у вашего ребенка есть эти энергии скорпионские, но только из-за того, что он чувствительный. Этот ребенок не умеет управлять своими чувствами, не умеет выражать любовь, не умеет показывать свои состояния. Для него, особенно если он мужчина, эмоции – это слабости, несоответственные мужчине. И поэтому он будет вас... знаете, каждый раз, когда вы особенный человек в его жизни – и вот у него будет, поскольку он вас вознес очень высоко в своих глазах, как авторитет, у него все время будет желание сбросить вас оттуда, да, что нет, не такая моя мама. То есть, знаете, здесь как будто бы какая-то внутренняя борьба. И вот это вот ваше когда-то, может быть, неосознанное состояние превосходства над ним, да, как-то вот доминировать, оно всегда будет
восприниматься в штыки. То есть ему всегда будет хотеться, чтобы вы были как обычная мама, как все мамы, не такая, как вы, а вы индивидуальность, вы личность, вы очень яркая, и, возможно, ему, его друзья даже об этом говорят, но здесь такой, ну, какая у тебя мама такая вот необычная, и здесь происходит какая-то ревность, да, то есть если, допустим, вы в разводе ищете себе партнера, это капец, как сложно вам будет найти пару для себя, потому что если это не отец, принять какого-то другого мужчину в пространстве, это будет сложно, потому что здесь вот какая-то вот ревностная позиция, причем, знаете, я и ближе к себе себя не подпускаю, да, хотя ты моя мама, и, ну, то есть держу какую-то дистанцию. И в то же время отпустить тебя в свободное плавание, мама, я не могу, да. То есть здесь будут колкие какие-то такие слова и желание показать, что не выделяйся, ты такая, как все. То есть вот ваша яркость, она его очень сильно напрягает. В чем еще ваша роль в жизни ребенка? Знаете, помочь как-то своему ребенку понять смысл жизни. Здесь глубокое, причем вот я сказала про Скорпиона, да, и выпала карта смерть, говорящая о том, что не умеет ваш ребенок получать удовольствие и наслаждение от жизни. И это одна из его проблем, которая раздражает вас. То есть, когда вы как-то наслаждаетесь ему это, ну, то есть, позволяете себе что-то, да, как женщина как-то, и там, не знаю, где-то накраситься, приодеться. Для него это будет вызывать огромные эмоции, а все, что вызывает эмоции, они не поддаются контролю, и для него это боль. То есть вот ваша задача научить его наслаждению, научить его вот каким-то эмоциональным, чувственным аспектам. Ваш ребенок не принимает вот обнимашки, вот это вот все, это вообще неприемлемо для него с вашей стороны. Но для него понятие, да, то есть если сказать, что такое жизнь, он познает это через вас. То есть вот ваша роль, да, показать, что есть жизнь, да, что есть жизнь и что есть смерть. Вот здесь какой-то очень важный урок касательно смерти. Знаете, вот жизнь касательно каких-то иллюзий, у него, его ценности, безусловно, в силу его возраста, да, я предполагаю, все-таки юный, есть очень много иллюзий. И вот это вот желание держать в себе, никого не слушать, да. Нету у ребенка понимания общности. Вот у меня, знаете, такое ощущение, что как будто бы у него хоть карты не показали, есть такое чувство, как обида. Вот как будто бы он обижен на вас за ту семью, которую он имеет. У меня чувство, будто вы разведены, либо не живете с мужем, может быть, ну, его отец вот не рядом. И такое чувство, что как будто бы вы виноваты в том, что вот что-то ценное, а семья для него это ценность, вы ему это не дали. Вот у него как будто бы обида и злоба, что вы больше думали о себе, насколько вы эгоистичны, потому что вы наслаждались жизнью, вы думали о себе, о том, что вы хотите, ставили себя на первое место, а о нем как будто бы, либо о семье, о том, чтобы сохранить эту семью, не думали. И вот здесь вот какая-то вот обида, да, то есть с одной стороны у вас превозносит вы для него королева, императрица, а с другой стороны какая-то вот обида, и поэтому он все время эту обиду будет выражать какими-то колкими, ехидными словами в ваш адрес, чтобы сделать вам больно, да, как будто бы вам отомстить за ту обиду, за ту боль, за ту, да, то, что очень-очень ценно для него. Так, вот такая вот ваша роль. Интересный расклад получился. Больше я не буду говорить, потому что и так
большой, но мне кажется, что если вы действительно услышите общую энергию этого расклада, не обязательно, чтобы он у вас отыгрался 100%. У меня никогда не стоит задача. Я, если честно, я не люблю такие комментарии. Ну, это, конечно же, ваше право, когда люди пишут, то отыгралось 100%. Вопрос не в том, что насколько это игралось, а вопрос в том, что насколько я поняла эту позицию, насколько она помогает мне приблизиться, допустим, к моему ребенку, понять его лучше, да, понять его мотивы, понимать, как с ним взаимодействовать, в чем заключается моя роль. Вот в этом будет действительно ценность, а не в том, что там проигралось, не проигралось 100%, там 10%, 200%. Какая разница, процентное соотношение? Важна суть, по крайней мере, это то, что я люблю и то, что я ищу в раскладах и стараюсь вам передать, то есть саму суть. Сам мотив ситуации. И потому что у меня здесь такое ощущение, что вы действительно абстрагированы от своего ребенка, и вам может иногда казаться, что он действительно вас не любит. А это очень-очень важно, что как будто бы он вас не признает. Но в этом-то и есть подвох. Вы очень важны в жизни вашего мальчика. Если у вас не мальчик, наверное, вам придется посмотреть другую позицию, потому что здесь вот прям ярко была показана какая-то очень глубокая-глубокая история. Ну что, мы переходим с вами к позиции номер 2 и красненькому камешку. Как я говорила, и в первой позиции, так это двину. Мы рассмотрим вашего ребенка, и потом я рассмотрю и вас. Что-то так. Ага. Так. Раз, два, три. Четыре, пять на вашего ребенка и на вас. Потом мы посмотрим, да, в чем заключается ваша роль. Если не описание не совпадает, вас либо вашего ребенка. Не смотрите дальше расклад. Так, посмотрим вашего ребенка. Здесь девочка. Да, если в первой позиции мне очень отыгрался юноша, то здесь у меня выходит прям красотка-красотка. Прям, знаете, такая тоненькая. Тоненькая, стройненькая. С длинными волосами. Блондиночка такая вот, я не знаю, что-то такое хрупкое. Наверное, на вас похоже. Кто бы вы ни был, да, мужчина или женщина, не суть. Здесь вот как-то на вас. Хорошо. Очень позитивный ребенок. Солнечный такой, яркий, теплый. Может быть, у кого-то в детстве, у вашего ребенка были веснушки. Да, с возрастом они, может быть, уходят у кого-то. А вот у вашего ребенка есть такие, знаете, русые волосы, почему-то мне показывают, тоненькие, но при этом длинные, вот такие волнистые, тоненькие, в контексте того, знаете, вот бывают такие волосы легкие, вот, чтобы было понятно, у меня волос тяжелый. А есть люди, у которых тоненькие волосы, он такой легкий. Вот что-то здесь... прям такое, русые, ну, блондинка русые. Вот в детстве ваш ребенок был такой кругленький, пухленький и всегда улыбался. Вот знаете, у кого-то, может быть, здесь даже и голубоватые такие глаза, не синие, именно голубые, ну, светлоглазые, причем такой цвет глаз расплывчатый мне показывают. У кого-то, да, то есть если описание не подходит, это не значит, что это вот прям не ваш ребенок, да, просто очень ярко показывает вот прям выделенные точечно для кого-то. Что еще говорят о вашем ребенке? Ну вот, знаете, вот это вот позитив, улыбка, открытые глаза, такой... звонкий очень смех. Не любит ребенок ваш зиму, если вы живете там, где холодно, прям руки холодные у ребенка. Не любит. Вот любит он, во-первых, природу, а во-вторых, вот солнце. Прям вот что-то мне такое, знаете, показывает девушку такую юную, ну, может быть, лет. Сейчас сложно определить возраст, да, дети выглядят старше своего возраста как-то.
ну, наверное, лет 17, вот почему-то, как, знаете, как студентку в платьице, да, хотя большинство, в принципе, ходят в джинсах, в футболке, вот что-то такое легкое, худенькое такое прям в платьюшке, да, и это лето, и причем как-то, знаете, в каких-то моментах ходит в подпрыжку, в припрыжку как-то, вот подпрыгивает, да, радостно, и вот сумкой, я не знаю, такая маленькая сумочка женская, да, как-то вот так размахивает. Очень приятный образ. Если все-таки говорить о том состоянии, в котором сейчас находится ваш ребенок, да, то невзирая на позитив и вот на эту теплоту, на эту энергетику, есть что-то, что очень сильно волнует, да, вашего ребенка, прям какие-то очень, может быть, важный момент в страхе. Здесь какие-то очень глубинные страхи происходят. Ребенок ваш, он донор, он полон энергетики, да, он когда в хорошем настроении, он может передавать классные эмоции, да, люди к нему тянутся, на него приятно смотреть. Здесь даже не про общение, а просто, знаете, есть люди такие, которые вот ходят в пространство, и с ними просто приятно рядом быть. Вот такой вот ваш ребенок. Но на данный момент есть что-то, что его очень заботит. Да, здесь какое-то вот завершение было, да, в чем-то. И ребенок находится в непонятном каком-то состоянии, да, когда он не может найти ответы для себя, думает об этом очень много, находится вот какой-то неуверенности, с чем не может найти. А здесь связано, знаете, как-то с отношениями, с любовью. Это может быть либо отношения с молодым человеком, да, либо вообще вот это вот состояние гармонии, любви. Но вот мне здесь все-таки кажется, что здесь произошло какое-то расставание, какое-то завершение есть, вот это вот сейчас есть пауза, да, либо пауза просто произошла в отношениях, либо какая-то тишина. И но здесь нету слез, да, у ребенка, здесь есть просто какая-то вот, знаете, тишина, как будто вот она что-то выжидает, и каждый раз вот как-то не уверена, как она поступит, да, в один день так, а потом, может быть, что-то переиграется, изменится, и она думает так. Но вот здесь вот какая-то тишина, знаете, вот какая-то вот пассивность и принятие вот момента. Я не знаю, может быть, это даже не пауза, а полностью произошел какой-то разрыв. И вот ощущение того, что она просто, да, проживает этот момент, да, здесь нету скорби, здесь нету чего-то такого вот болезненного, да, а именно такая гробовая тишина, вот что-то здесь такое описывается, но это связано, то есть не может найти человек ответы на вопросы, это как-то связано с состоянием любви, это связано с состоянием парности. Может быть, мысли заняты тем, что я не могу найти себе пару, я не знаю, что мне нужно делать, да. И я понимаю, что как-то не приносит здесь каких-то результатов. Но мысли здесь связаны с этим. Причем здесь такой момент, очень огромная, сильная энергетика, как я говорила, у вашего ребенка, и она может своими собственными мыслями, да, притягивать. То есть здесь вот манифестация такая неосознанная у ребенка есть. То есть не то, чтобы я думаю, да, и вот это случается, а именно количество энергии, которое она вкладывает через состояние, через проживание, да, вот оно как будто бы реализуется. Здесь у ребенка есть способности на этот счет, причем целительские способности, я могу сказать. Да, мне здесь показывают, что у кого-то есть вот руками. Я извиняюсь, у меня здесь просто какой-то волос у меня раздражает дико. Сори, я знаю, что вам не нравится, но просто не могу говорить, у меня тут отвлекает. Ладно. Извиняюсь еще раз. Здесь есть какие-то вот огорчения, да?
Здесь, может быть, знаете еще что, что ваш ребенок переживает каким-то образом даже и за вас, если вы мама. Либо переживает по поводу того, вот именно замужества, да, как я могу стать, допустим, да, когда я стану мамой. Но здесь какие-то мечты, либо... То есть не сложившиеся отношения, которые могли бы привести к браку, либо здесь она думает именно о вас. Да? То есть здесь какие-то мысли по поводу дальнейшего движения и развития вашей семьи. Может быть, вы находитесь сейчас в каком-то таком положении, да, что как-то вот связано с вашей семьей. И... То есть здесь еще может быть для кого-то, да, когда девочка-подросток лет 14 примерно, да, то это здесь другая ситуация показывается сразу, где девочка очень сильно переживает по поводу именно семьи и вас, именно вашей роли, да, не отца, а именно вашей роли как-то. Что-то здесь связано именно с этим. Какие-то вот волнения семейного плана происходят. Хорошо, и вот у нее, знаете, у нее такое желание, да, чтобы все пришло в баланс, да, чтобы вот как-то, ну, избавиться от вот чувства, да, как будто бы выздороветь, что вот эта вот ситуация, да, которая сейчас происходит, и ее очень тревожит, она, ну, она должна как-то завершиться, да, как-то вот исцеление должно произойти. Независимо от того, с чем это связано. То есть она желает здесь каких-то, вот знаете, очень явных перемен, чтобы что-то закончилось. Если мы все-таки говорим, опять-таки, ситуацию, да, мне здесь показывают, как и в первом варианте, если мы все-таки говорим, в общем, о характере вашего ребенка, то здесь очень такой чувствительный, ранимый, но нельзя сказать, что это вот прям ребенок, которого жертва, да, которого можно обидеть. Нет, ни в коем случае здесь ребенок, у которого, ну, нормальный стержень, да, а вот именно, ну, нормальное в понимании обычности, да, вот как все, как мы говорим, да, вот эта девочка, видно, что она девочка, у нее нет мужских качеств каких-то, да, но при этом она умеет за себя постоять, это не тот человек, которого можно будет как-то использовать, как-то обмануть, перехитрить, то есть если такое есть, то просто потому, что она позволит, либо она этого захочет, ну, глупеньким здесь ребенком не назовешь. И могу сказать, что прям чрезмерно мудрый, не по возрасту, нет, нормальный ребенок, нормальная девочка, единственное, что очень чувствительная, очень ранимая, очень нежная, реагирует прям, знаете, у нее очень белая кожа, и она, хоть и любит солнце, очень чувствительная кожа к загару, то есть не умеет она загорать, она обгорает, да, то есть реакция, может быть, у кого-то на руках экзема есть. Ну, то есть вот какая-то, когда переживает, волнуется, да, может быть, сыпь появляется на коже. То есть вот кожа очень чувствительная в контексте эмоционального плана. То есть любой эмоциональный фон внутренний, что она не выражает, он проявляется на коже, да. Допустим, там, в виде прыщей, акне, я не знаю, какое-то раздражение, чесотка, экзема, все что угодно. Любые кожные заболевания, они связаны именно в данном случае с эмоциональным планом, потому что оно чувствительно. Здесь вот я говорила уже, какие-то целительные качества, способности, да, вот она может просто прикладывать руку, и как-то человеку становится спокойно, вот как-то. Она умеет забирать боль чужую. Угу. Здесь у кого-то могут быть дети лунатики. Здесь лунные энергии есть, да, хотя аркан солнца выпал, но все-таки ощущаются лунные энергии. Очень звонкий голос, такой высокий, либо смех, это высокий такой, звонкий, либо голос у вашего ребенка такой достаточно звонкий. Ну, очень такая, знаете, причем, знаете, ребенок не тот, который переживает, как-то придет вас обнимет. Нет, а у меня здесь такое ощущение, что она просто придет и будет с вами сидеть.
вот тихо-тихо, в тишине, не мешая, но при этом вот ее энергия, она начинает влиять на вас и вот как-то вот успокаивать. Это не тот ребенок, который придет, вас обнимет, да, будет говорить какие-то слова, но в душе будет очень сильно переживать. Не показывает, знаете, вот ранимость какая-то присутствует, но она умеет справляться. Здесь ребенок, который умеет управлять своими эмоциями. И вот хоть и ребенок, но умеет управлять. Вот очень интересный момент. Что, давайте мы посмотрим и вас. Что вы? Кто вы? И что у вас тут происходит? Но, скорее всего, переживания вашего ребенка по поводу вашей семьи. Не ее личных каких-то вот отношений, а здесь, скорее всего, союз, который выпадал, любовь, это было связано, скорее всего, каким-то образом с вами. Почему? Потому что здесь вы у меня упадаете на данный момент. Еще раз скажу, да, это может быть не ваша характеристика, но в данный момент вы такой человек, которому приходится отстаивать какую-то свою точку зрения, очень проявлять какую-то активность. Вести диалоги, добиваться, что-то доказывать, при этом вы можете что-то не договаривать, вы можете что-то скрывать, держать в тайне. Не обманываете, но просто что-то не договариваете. А так движетесь медленно, но целенаправленно к какому-то своему решению задачи. А задача, которая вас сейчас беспокоит, это какой-то кризис. Да? Я не могу сказать, что это обязательно финансовый, но это не духовный кризис. Да? Это кризис, который связан как-то вот с нашим материальным миром. Это могут быть у кого-то здоровье, это может быть кризис, связанный с деньгами, либо с межличностными отношениями сложенными. Ну, то есть это не кризис, как мы говорим, 40-летия, да, там, или там среднего возраста, или еще что-то, ну, в плане понимания себя, нет. Здесь вы, здесь у меня такое чувство, что вот вы как будто бы думаете о деньгах. Здесь вы думаете о деньгах, и причем то, о чем вы думаете, вы не можете найти ответ на свой вопрос. И вот как дочери что-то вам ей непонятно, она об этом думает, вот здесь вот как будто бы присутствует какая-то ложь, да, какой-то обман. Может быть, произошло что-то, что связано, допустим, с деньгами, вас кинули на деньги, и вы сейчас находитесь в этом состоянии, да. Может быть, вам, либо как вариант, вы не можете знать, что у вас ожидает в будущем по поводу денег. Ну, например, если предположим, что здесь был какой-то развод, либо какое-то расставание, да, то будет ли ваш муж, допустим, там, платить алименты за детей или как дальше. Здесь много непроясненного, здесь много недоговоренностей, какая-то вот туманность, и вы для себя не понимаете эту ситуацию. Здесь вот, знаете, вкладывались во что-то и не получили того результата, который вы хотели. Да? Вот с чем связана эта ложь, я хочу спросить. Здесь как будто бы, ну действительно, да, может быть, кто-то разводится, один из моментов. Либо здесь, да, вот у меня такое ощущение, что то здесь как будто бы развод произошел. Либо это каким-то образом связано с прошлым, да, то есть это может быть не нынешняя ситуация, то есть что-то, я не знаю, например, взяли долг, ипотеку собака здесь. И как будто бы сейчас вы не можете, ну, выплатить, да, либо сейчас всплыли на поверхности какие-то деньги, какие-то долги, что нужно будет отдать. В общем, здесь что-то, что тянется из прошлого, и оно должно было уже завершиться, поэтому сейчас появилось в вашей жизни. То есть мне опять показывают ситуацию, да, то есть я хочу рассказать о вашем характере, а мне показывают вашу ситуацию. Что касается чувственного аспекта, то здесь вот такое ощущение, да, вот почему я сказала вначале, как будто вас кинули, вот здесь вот какой-то вот обман, да, где-то кому-то вы доверились и сыграли с вами как-то вот, я не знаю, злую шутку, хотя нельзя сказать, что вы прям глупый человек, но вот здесь вот чувство некой обманутости, да, жертвы.
Причем вы являетесь, здесь вот выпала и ваша пара, да, жертва вот именно в эмоциональном плане от вашего партнера. Такое ощущение, что сегодня расклад у меня для женщин, поэтому мужчины, сори, если слушаете. Да, вот здесь как-то, либо если это не ваш муж, а, возможно, бизнес-партнер, то это вот как-то связано с взаимодействием, да, то есть ваши какие-то разборки. Может быть, здесь даже как-то вот кого-то поймали на изменах, тоже такое может быть, да. Потому что здесь появляется еще один персонаж. Но в любом случае, на данный момент здесь произошло расставание. Причем ваше желание, да, на данный момент как-то вот спокойно разрешить эту задачу, да, не беспокоиться, не волноваться, а вот все вот как по закону, как нужно, как положено, да, разрешить эту задачу. Да. Здесь вот как будто бы действительно либо третья ситуация, либо третий человек. Что-то здесь такое произошло. Ну, то есть не только, может быть, и любовный факт, да, но здесь появление какого-то другого человека, да, оно привнесло свои корректировки. О чем это было давно, а результат вы получили сейчас. И результатом явилось разрушение. Разрушение того, что строили. Это может быть еще даже и в профессиональной сфере. Да, вот что-то произошло. И может быть, с недвижимостью как-то связано. Ну, то есть здесь могут быть разные варианты. Но в любом случае вообще ситуация показывает какую-то очень кризисную ситуацию. Видимо, поэтому ваш ребенок и переживает за вас. То, что с вами сейчас происходит, потому что вы еще какие-то моменты, во-первых, сами не понимаете, а во-вторых, что-то еще не договариваете и не говорите своему ребенку. Что касается вас как человека, да, как вашего характера, чтобы вы себя узнали, да, то я уже сказала, человек достаточно общительный, коммуникабельный, который не боится быть на виду всех, улыбаясь. Почему? Потому что я увидела вас здесь как королева жезлов, рядом посмотрела на ребенка, солнышко, да, то есть огонь, огонь. И захотела сказать, что яблоко от яблони недалеко упало, да, то есть вы у меня как-то вот такая огненная, какая-то рыжеволосая такая дама, очень яркая, да. То есть даже если цвет волос у вас, ну здесь не светлый, здесь темный, вот как-то вот у меня идет больше брюнетки, либо вот такой коричневый цвет волос. И, но при этом такая, тоже достаточно поджаристая такая женщина, может быть даже высокая, а может быть и, ну не полненькая, да, здесь такая с хорошей фигурой. Такая достаточно спортивная, я бы сказала. То есть вы выделяетесь, да. Может быть, берете не своей красотой, а именно своей энергетикой и с очень красивым телом. Но тело здесь не женственное в контексте вот каких-то округленностей, да, а именно вот какое-то вот такое спортивное, подтянутое. Может быть, вам кто-то даже говорил, что выглядите младше своего возраста. Вот, но в любом случае, вот здесь ребенок похож на вас. По-моему, я это уже говорила. И хорошо, то есть, если мы говорим, допустим, по стихиям, у вашего ребенка больше водной стихии, а у вас больше огненной. Но, возможно, это период сейчас такой. Хотя мне кажется, что вот вы активны, да, и в каких-то моментах может ваш ребенок быть в вашей тени, но ему это не в напряг, да. Хорошо, давайте я посмотрю, какая же все-таки ваша роль в жизни вашего ребенка. Здесь, знаете, вот я, прежде чем я посмотрю, я чувствую просто разницу двух людей. И вот вы такая, знаете, активная. Так, сори, микрофон. Вы такая активная, да, которая, ну, может... Можете общаться с людьми, с мужчинами, на вас обращает внимание. А вот ваш ребенок, он такой, знаете, он...
как будто бы вот как ваша тень. Он на вас похож, но у него нет желания проявляться так же, как и вы. И он вот как-то вот больше молчит. Вот как будто, знаете, наблюдает. Вот если вы куда-то выходите с ребенком, да, вот вы сразу выделяетесь, к вам подходят, что-то говорят. А ваш ребенок, наоборот, он может отойти в сторонку и прекрасно ожидать своего момента, когда все это закончится, да. И, ну, дальше вы продолжите, например, там, я не знаю, общение в то место, в которое вы пришли. Это мне напоминает, как люди, может быть, вы какая-то известная личность, да, в своих кругах, либо чего-то достигли. Здесь мне напоминает celebrity, да, когда смотришь на celebrity, у которых, ну, выходят в свет со своими детьми. И вот ты видишь, ребенок как будто бы так вот притягивается, да, ну, прячется как будто бы за мамой, если особенно он маленький такой, да. А мама комфортно вот под этими всеми вспышками фотографий и все такое. А вот ребенок рядом, но он как-то вот не то чтобы некомфортно, он привык к этому, но его это не впечатляет, это не его жизнь. Вот здесь вот какая-то вот такая вот энергия у меня идет. Но вы очень похожи. Вы очень похожи. Это ваш ребенок, да? Так, а ваша роль в жизни ребенка, да? Вы человек, который помогает двигаться ему по жизни. Вы та, которая даете ему силу, даете ему уверенность, прям, знаете, как-то вот подбадриваете. Иногда, может быть, ваш ребенок, ну, то есть, если это действительно девочка, да, ну, может выйти такая лохматая, для нее это нормально, собрала волос в этот, в конский хвост, да, и все нормально, а вы нет. Да ты бы хотя бы, знаете, такое ощущение, что вот ей постоянно говорит, да ты хотя бы надушилась, да, либо, ну, ты бы хотя бы губы накрасила, куда ты идешь, вот такая. А для вашего ребенка это вот, ну, не суть, то есть вот эта вот маска, да, красоты, для нее это не столь важно, для нее важны, ну, другие состояния, или вот эти вот замечания, да, периодически, не сутулься, я же сама выпрямилась, не сутулься, либо не ставь локти на стол. Но здесь не в контексте претензий, а вот здесь как будто бы вы, ну, обучаете, как нужно себя преподнести, как себя вести. Вот я слышу тоже очень много таких советов, как женщина должна себя вести. Либо в обществе, либо при взаимодействии с мужчинами. Вот здесь вот очень много такого. Либо вы можете ей говорить, что если ты так будешь себя вести, то ничего у тебя в жизни не получится, да? То есть показывайте правильный путь, либо соберись, допустим, ей, ну, лень вставать, не хочется, а вы как будто более жесткая, такая дисциплинированная, да, вы начинаете ее подстегивать, так, собралась, встала, пошла, вот что такое, и она, мам, ну я не хочу, да, нет, вставай, мы пойдем с тобой на пробежку. Вот куда-то ее постоянно с собой таскаете, в какие-то кружки записываете. Я прямо уже так голову наклонила, потому что я увидела этого ребенка, который говорит, ой, опять, да, вот вы ее куда-то там за руку тащите, да пойдем, это надо, это пригодится, но ой, опять, когда это закончится. Вот ваша роль такая, знаете, вот активного человека, который подбадривает, который с добрыми намерениями, да, допустим, служит во благо своего ребенка, во благо своей дочери. Причем здесь акцент идет словесный. Да, вы не тот человек, который будете там наказывать, бить своего ребенка. Нет, здесь вы прям такая волевая. И еще в чем ваша роль? Здесь, знаете, здесь как будто бы вот по судьбе, ну, то есть это не случайный ребенок, ну, все дети не случайны. Вот в вашем случае, да, вы как будто бы ее искушаете. А, все, я поняла. Вы как будто бы тот человек, да, она сама по себе достаточно такая пассивная. Ну, то есть, если не подталкивать ребенка, она ничего не будет делать, да, потому что, ну, ей так хорошо, комфортно. У ребенка свое восприятие мира, да, ей окей с этим. А вот вы как будто бы постоянный человек, который выталкивает ее из какого-то сценария, да, зависимого.
Вы ее постоянно подталкиваете на какие-то перемены. Вот у меня такое чувство, вот ваша огненность, да, и ее вот эта вот водная стихия, она должна быть достаточно аккуратной, потому что вы вот своей вот этой вот активности можете воду подогреть до такой степени, что она испарится. Да, то есть нужно быть немножко аккуратной, хотя... Знаете, вот вы очень хороший учитель для своего ребенка, да, то есть такое ощущение, что вот она вас выбрала не случайно. Вы будете ей постоянно показывать, что если ты хочешь чего-то добиться в жизни, тебе надо двигаться дальше, что-то совершать, какие-то действия, потому что если ты будешь сидеть на пятой точке, у тебя ничего не получится. Вот я сказала про огонь, да, когда вас много, да, и вы как будто бы ну, идет испарение воды, да. То есть, когда вашего пространства, вашего влияния в пространстве вашего ребенка становится очень много, здесь вы как раз-таки вызываете вот этот гнев. То есть. Как вы обучаете своего ребенка? Вот, вот ваши слова, да, их так много, и вас так много в его пространстве, что вот именно вот это вот желание, да, раздражение, вы как будто бы являетесь раздражителем своего ребенка. И вот через это раздражение, через вот это гнев, злость, да, когда же ты меня оставишь в покое, вот ваш ребенок встает и начинает что-то делать. То есть вот, вот это вот какой-то такой волшебный пинок. Ваша задача периодически его как-то вот провоцировать, толкать, да, включать его эмоции, может быть, где-то даже, это может быть нехорошо в случае, но я все равно скажу, как-то вот манипулировать эмоциями человека, вашего ребенка, да, чтобы он что-то начал делать. Потому что вот именно вот эта вот замкнутость вашего ребенка, она иногда будет приводить к апатическим, депрессивным состояниям. Здесь ваш ребенок, он подавляет как-то свои эмоции, свою энергию, а ему, наоборот, ее нужно поднимать, ее, наоборот, нужно реализовывать. То есть получается так, что ну, вот вода сама по себе, да, она тихая, спокойная, ничего не происходит. И только когда она превращается как в фонтан, да, вот под давлением чего-то, когда ее ограничивают, она начинает фонтанировать, она начинает как-то вот двигаться, пульсировать. И вот здесь вот, если не помогать, не показать это ребенку, да, что вот она должна двигать, она будет впадать периодически в какие-то депрессии. Потому что, ну, свойственно, да, свойственно. Негативное проявление войды – это вот остановка. И здесь вот ваша задача как раз-таки прорабатывать это состояние депрессивное. И чтобы ребенок научился высказывать, научился говорить, научился договаривать, чтобы не было вот этой вот агрессии, чтобы не было вот этих вот обид, чтобы она не подавляла эти эмоции. Поэтому вы... Ну, с одной стороны, я могу сказать, что вы правильно поступаете, да, это может быть внешне это казаться, что вот вы действительно постоянно надоедаете своему ребенку вот этими вот моралями, но с другой стороны, вы таким образом ее мотивируете на движение. И вот словесно, да, вы ее обучаете, то есть говорите, вот смотри, я же тебе говорю, да, что мне нравится, то есть вы постоянно с ней общаетесь. И здесь как будто бы вы своим примером научаете ее, что нужно договариваться, да, то есть пока ты не скажешь, другой человек не поймет, ты не получишь то, что ты хочешь, если ты не научишься говорить. И вот вы как будто бы периодически ее компрометируете, да, либо как-то раздражаете на то, чтобы она вам все высказала, да, чтобы она говорила, чтобы, ну, чтобы через этот конфликт, вот этот вот лаву, да, вот все, что накопилось в этом вулкане, чтобы она вот выбросила, да, и вот ваша задача, чтобы не скапливалось ничего, чтобы этот вулкан не засыпал, а чтобы он постоянно был вот рабочим, чтобы вот выбрасывал, что-то есть, скажи, не держи в себе, вы про это, может быть, наоборот и говорите, да, постоянно, не держи в себе, это не приведет ни к чему хорошему, что... Еще, в чем еще ваша роль? Принимать решения. Принимать решения и
и показывает, что любые задачи должны решаться вовремя, то есть не надо оставлять на потом, вскрывать, то есть вот я говорю здесь вот это вот, не оставляем на потом, вовремя учимся говорить, причем говорить правду, не скрывать, не бояться, быть более решительной. Вот этим всем качеством, то, чем вы обладаете, да, вот по сути ваша роль, не случайно ребенок пришел к вам, чтобы вы ему передали вот эти ваши качества, а он противоположный. Ну, то есть он другой по характеру, и ему вот этих вот качеств ваших огненных не хватает, и он от вас будет подпитываться этими энергиями. То есть вы ему должны передать, вы должны, да, сказала передать, выпадает верховная жрица, вы должны передать эти знания, потому что здесь как будто бы знания есть, здесь верховная жрица у меня выпала в одной колоде и в другой колоде. Знания присутствуют, да, но ваш ребенок в дальнейшем не будет знать, как их реализовать. То есть вот ваша роль, да, показывать, пришла идея, давай мы ее попробуем, сделаем, давай мы ее реализуем. То есть захотела пойти куда-то, я не знаю, на танцы, давай я тебя отведу. То есть не надо думать, а как это будет, если я пойду, а получится у меня или нет. То есть ваш ребенок, он сомневается, не потому что он сомневается в себе, у него заниженная самооценка, у него окей, все с самооценкой. Просто он немножко такой... неподвижный, ленивый. Ну, то есть, как будто бы не очень-то и интересно, не очень-то мне это надо. И вот ваша задача не оставлять его в покое, да, научиться то, что окей, то, что ты знаешь, это надо обязательно воплощать, да, попробовать. И неважно, причем не ожидая результата, неважно, какой он будет, позитивный или негативный. В конечном итоге, вот, чтобы, знаете, вот как-то энергия не застаивалась. Потому что у ребенка в детстве может быть даже какие-то вот гормональные проблемы, связанные с лимфой, да, мне идет вот все, что связано с водой. Может быть, если это девочка, у нее поздно месячные начались, либо слишком болезненные какие-то. В чем еще ваша роль? Зажигать в ней искру. Зажигать в ней искру, не давать ребенку входить в какие-то иллюзии, вот прям не засыпать, не спи, живи, да, вот вы для нее являетесь этим огоньком. Угу. Угу. То есть если у меня здесь такое, вы знаете, ощущение возникает, что иногда вы можете себя корить и винить, что чё я на нее лезу, там давлю, она другая. Обычно мы как, ну, как я говорю, да, дайте ребенку, либо вообще человеку принимать его таким, как он есть. Здесь нормально, что ваш ребенок такой, какой он есть, но ему не хватает каких-то качеств. И эти качества он должен перенять от вас. Это качество коммуникации, это качество достижения, дальнейшего движения, умение договариваться, умение реализовывать свои какие-то желания, действия, не бояться быть на виду, уметь, ну, вы знаете, вот какая-то вот храбрость какая-то. Здесь ощущение некой такой амазонки, да, то есть здесь нету мужских качеств, здесь очень активные, но при этом женские качества у вас, то есть здесь вот прям хорошая такая бизнес-вумен. И вот вы, ну, ваша задача вот показать, потому что если вы это не будете делать, то есть не нужно переживать по поводу того, может быть, я слишком там влияю как-то на ребенка, да, давлю. Нет, все нормально. Если вы этого делать не будете, то ну, плюса у вашего ребенка в этом, ну, не будет никакого. Так, и мы наконец-таки добрались до последней позиции, до зелененького камешка и третьей позиции. Я отодвину сюда, видно? Да, видно. Чтобы у меня было побольше места. Видно, да? Угу. Вот, и мы прям выложим карты. И давайте посмотрим. Первую позицию у нас были мальчики, а вторую позицию у нас будут девочки, а здесь кто? Двойняшки. Шучу. Угу. Здесь у нас... Пока я вижу мальчика. Да, причем мальчик, он лет 5,
ну, макс 7, пока мне так показывают, ну, может быть, 9, нет, и то слишком много, где-то вот 5, 6, 7, такое. Ну, ребенок, знаете, земной, крепыш, пока мальчика покажут, если покажут другого ребенка, я вам скажу, показывают такого, знаете, вот крепыша, такого плотненького, он не толстый, он плотненький, он крупный, у него такой вот, как мы привычно, обычно говорим, да, вот крупная кость. Вот здесь вот ребенок, вот, это ошибочное все равно выражение, но все, чтобы вам было понятно, мне показывают вот такого вот крепыша, такой ребенок достаточно подвижный, я не могу сказать, что он активный, он подвижный, но он такой вот тяжеловатый немножко. Упертый, вот он любит как-то вот мурится, вот так брови как-то сводит, да, не то чтобы обижается, губы надует, вот он такой молчаливый, очень терпеливый ребенок, причем, знаете, вот у него в нем столько силы, что иногда ты удивляешься, здесь вот такое чувство, что этот ребенок переносит боль, да, вот как будто бы взрослый иногда не может перенести столько физической боли, сколько может перенести этот ребенок. То есть здесь вот какое-то вот огромное терпение и физическая выносливость. Причем я не говорю здесь о спортсменах, легкоатлетах, да, либо гимнастов. Вот мне здесь больше подходит, если бы он занимался спортом, вот греко-римская борьба, вот что-то такое, бокс, я вот как-то силовые какие-то аспекты, это может быть штанга, вот как-то вот перетягивание каната, вот что-то такое, но здесь вот прям ребенок с терпением, вот у него, знаете, вот он умеет выжидать, да, вот он умеет терпеть, причем боль. Он не будет плакать, да, даже если его обидят, он не будет плакать. Если кто-то его обидит, он прям даст сдачу. Такое ощущение, знаете, вот маленький мужичок, вот как гном, да, то есть он, ну, в силу своего возраста молодой еще, но вот у него какие-то вот, не знаю, он выглядит, он напоминает мне маленького мужичка, вот как карлика. Прям в контексте именно его качеств, свойств, то есть он напоминает взрослого человека, либо он как-то старается, знаете, вот, например, может говорить там, мам, да, я понесу тяжелые сумки, да, вот вы говорите, да куда ты, блин, а сумки-то больше тебя, он, нет, я смогу, и вот он, знаете, несет эти сетки, сумки, пакеты, не знаю что, и вот пыжится, пыжится, но виду не покажет, прям такой... Ну, очень прелесть ребенок, прям хочется обычно таких детей вот там за щечки пощупать. Ну, вот он такой жилистый, прям, я повторяюсь, но это так прикольно, как это выглядит со стороны. Не я, а вот то, что я вижу, да, ребенок. Он хочет быть всегда победителем. Это ребенок прям, знаете, вот прирожденный... как их называется, спартиаты, как он, вот прям военный, да, вот, мне кажется, вот такие люди, они там десантники, да, вот какие-то вот такие силы, вооруженные силы, то есть, когда нужно терпеть там, ну, я не знаю, охрана, там, военные, которые стоят, например, охраняют, ну, возле памятника неизвестного там героя, да, там надо стоять несколько часов на одном месте, то есть он не будет там ныть, холодно, там, в туалет хочу или еще что-то, нет. Здесь ребенок, который по жизни, вот он родился вожаком, он родился победителем, да, который хочет периодически... Вот, он не потерпит поражение. Вот если вы играете в настольную игру, и он проигрывает, то он прям будет насупливаться. Нет, давай вот прям еще будем играть, пока я не отыграюсь. Да, пока я не стану победителем. Он будет злиться, да. Такой целеустремленный ребенок. В следующий раз, то есть я буду много практиковать, много пробовать, но вот в следующий раз я обязательно выиграю. Да, вот здесь вот как-то такое. То есть он не оставит. Я извиняюсь, я здесь микрофон дергаю, не оставит
все так, как есть, да, вот ему постоянно нужно движение, прям внутреннее, самостоятельное самоутверждение за счет себя, я молодец, вот он может даже про себя говорить, иногда в третьем лице, кто молодец, я молодец, прям вот Юлий Цезарь, да, вот что-то здесь такое. Он всегда будет думать о том, как стать первым, как стать лучшим, как стать лидером. Что касается эмоционального фона, да, то здесь вот прям эмоции у него такие, да, есть всплеск агрессии, у него бывает периодически, да, что-то на него находит, и он начинает прыгать. Я не знаю, прыгать на одном месте, как-то как волчонок вокруг крутиться. Ну, то есть эмоции он выражает вот эту вот радость, да, праздник. И, причем такое огненное, которое бывает вспышками. Вот он вроде сидит, вдруг неожиданно встал и начал прыгать. И я тоже, да, прыгаю. И вам кажется, боже мой, ну когда ты уже гуманишься, он не то, чтобы он активный ребенок. Знаете, как вот, если он в школе учится, как он делает уроки? Вот у меня показывает какой-то такой стол. И вот он начинает что-то писать, причем он не сидит, ему сложно сидеть. А он как-то стоя и нагибается, и вот пишет. Причем буквы у него вот так вот как-то пляшут. У него нету такого, знаете, аккуратного, красивого почерка. Там прям одинаково. А у него слово может начинаться наклон сюда, потом как-то вот так, потом одна буква большая, другая буква маленькая. В общем, все такое живое и подвижное. И вот он начинает писать, потом как-то вот вокруг стола ходит, ходит. Ну, то есть руки на столе. А вот попа как-то так и ноги передвигаются вокруг. Что это такое? Вот. И, либо он сидит, а потом гоп, встал. Чего ты встал? Уже сидит, делай занятия. Мам, я пойду воды попью. Пошел, попил воду, сел. Вроде бы начал что-то делать. Потом задумался. Потом отвлекся. Потом опять кто-то из вас, я не знаю, у вас такое терпение должно быть огроменное. Так, подзатыльник дашь этому ребенку. Чего ты бьешься? Да, вроде бы обск сфокусировался. А потом опять. Вот эта вот подвижность, активность очень ярко-ярко здесь выражена. Что касается его собственных каких-то амбиций, желаний, да, то это везучий очень ребенок, и кажется, что вот ему в жизни все легко дается. Но здесь не ребенок, вот интеллектуал, здесь ребенок, только, знаете, вот военный, либо хороший крепостной, да, вот который, ну, крестьянин, который может пахать, прям вот как Илья Муромец, вот такая сила, у него жизненная сила, такая приземленная и очень классная. То есть он, знаете, вот ребенку, я понимаю, когда маленькая была, меня отец все время водил на ярмарку, там были вот какие-то лотереи. И я помню, он меня держал на руках, он мне все время говорил, выбирай из барабана какой-то там этот лот. И вот ты вытаскиваешь. И что бы я ни вытащила, я всегда выигрывала, да, либо 1 рубль, да, либо там 3 рубля. Вот, и мне почему-то все время казалось, что это, ну, нормально, что там нет каких-то проигрышных лотов. Вот ваш ребенок, он какой-то такой, вот он удачный, удачливый, у него, он все время что-то выигрывает, он все время где-то что-то находит, он все время где-то что-то побеждает. Вот, я не знаю, какие-то... Я не знаю, конкурсы могут быть, и он может победить, причем может победить чисто случайно, да, когда просто оказался в нужное время, в нужном месте. Но если болеет ваш ребенок, он болеет очень сильно. Очень сильный кашель у этого ребенка. Может быть, что-то с легкими даже иногда связано, да, как-то воспаление. Конечно, может быть, какие-то мелкие ушибы, да, не порезы, а вот именно ушибы, упал, ударился. Вот он как-то, знаете, казалось бы, такой подвижный, но на его теле вот я периодически вижу какие-то, знаете, синяки. Вот шел-шел и казалось бы, неужели ты не видел? Оп, лбом ударился об что-то, обо что-то. И синяк остался.
Ну вот кашель, я не знаю, с чем связан кашель. Я слышу прям вот такое, вот это, знаете, вот как собачий лай прям. Не знаю, может быть, кто-то болеет здесь воспалением легких, вот либо бронхит, либо что-то такое. Но у меня такое ощущение, что это вот просто в детстве, да, вырастет, он будет крепким. Все нормально, здесь нет каких-то вот заболеваний. Физически вот прям от природы здоровый ребенок. Обычно говорят, такие люди, ну, хорошее вот такое вот потомство, да, ну, то есть плодовитые, много, ну, в них много такой сексуальной, жизненно важной, земной какой-то такой энергии, да, то есть они могут много детей иметь. Вот здесь две энергии, огненные и земные у меня выходят. Вот я сказала, да, что он везучий, да, и здесь такой добротный, хочется сказать, долгосрочный какой-то вот такой вот фундаментальный человек, на которого можно положиться. Это не тот человек, который будет улынивать от работы, говорить, вот как бы отмазаться, чтобы не пойти. Нет, он четко будет знать, что если ему нужны деньги, он пошел, поработал. Человек знает, как достать деньги. Для него работа — это вообще кайф. Он никогда не смотрит. То есть чем больше работы, это значит больше денег. Значит, у меня все будет хорошо. То есть вот именно с юных лет он уже откладывает денежки. У него есть вот этот вот принцип. Он умеет собирать. Он прям, знаете, вот кому-то подходит, там, допустим, я, например, на день рождения, да, подарки дарит. Он может кому-то сказать, что нет, не надо мне, дай мне лучше деньгами. И что может вызывать улыбку у взрослых людей, то есть зачем тебе деньги? Я коплю на что-то, на машину. Да, 6-летний ребенок, 7-летний, я коплю на машину. Вот что-то у него такое есть. То есть ребенок, который умеет копить, любит деньги. Если ему там скажут, например, я не знаю, вот сгоняй в магазин и принеси что-то, он не откажет, но при этом скажет, тебя рубль, да, там, я не знаю, там, 3 рубля. Вот, то есть, ну, это услуга платная. Вот что-то здесь такое. Хорошо, давайте теперь мы посмотрим вас. Все-таки здесь и вальчик у меня вышел. Так, что у вас тут происходит? Что у вас здесь происходит? Ой, что какая-то сложная такая неприятная ситуация на данный момент. Что-то новое в вашей жизни, но оно какое-то вот такое неприятное. Может быть, новости какие-то получили и очень вас огорчили, обидели. Сейчас такое ощущение, что вы находитесь в какой-то сложной ситуации. Как будто бы в тупике. Не знаете, причем какие-то трудности периодически, здесь ощущение такое вот на эмоциональном фоне, что, боже, когда это уже закончится, я уже устала. Прям периодически только с одним решишь, сразу какая-то другая проблема появляется. С одной вроде бы решила, определилась, и еще другая проблема появляется. Вот это вот постоянно, как будто конца края нету. Причем здесь вот в мыслях у вас очень сильные переживания. По поводу чего мне хочется все-таки уточнить? По поводу какой-то ситуации, когда вам нужно либо принять какое-то решение, либо что-то завершить, либо вскрылась какая-то правда. Вот ощущение того, что общая ситуация мне здесь показывает не вас как характера, а именно какая-то ситуация, в которой вскрылась, которую вы узнали. Вот, и она очень сильно вас расстроила, вы очень сильно переживаете по этому поводу, не знаете, какое решение вам принять, что вам сделать, и пока на данный момент вы как будто бы закрываетесь. Но здесь я вижу слезы, причем слезы такие, знаете, холодные, обида, слезы обиды. Пока у вас нет желания, да, что-то реализовывать, куда-то двигаться, вы выдохнулись, нету сил ни моральных, ни физических, вообще никаких. То есть здесь очень много, если у вашего сына энергии огня и земли, то у вас очень много мечей, вы очень много думаете, переживаете. Не знаю, может быть, у кого-то здесь поездка должна состояться.
Здесь что-то вам сказали, что-то вы вскрыли, узнали, и вы ощутили себя... Ой, боже, какая-то, вот, знаете, какая-то боль, да, страха, переживания очень сильные, волнение, плохо спите, стресс. Здесь могут быть какая, может быть какая-то ссора, здесь могут быть сплетни, может быть, знаете, вот такое чувство, что в какое-то нужное время вы не приняли правильное решение в силу того, что как-то вот, ну, испугались. Может быть, испугались, может быть, не хватило сил, решительности, решимости не хватило. И получилось так, что сейчас это вот как-то вскрылось. И сейчас самый такой, знаете, достаточно темный период в вашей жизни, о чем вы очень сильно-сильно переживаете. Если все-таки говорить о вашем характере, несложно здесь как-то определить по этим картам. По причине того, что это не вы. Ну, я имею в виду, что сейчас просто ситуация, поэтому вы очень сильно переживаете. Вам не свойственно, да, так же, как и вашему ребенку. Вот ваш ребенок, я сказала, он сильный духом. Вот вам также не свойственно, да. Вы человек, который все продумаете, вы человек, который решите. Вы очень много находитесь в своей голове. Каких-то выстраиваете стратегию, все обдумываете, 7 раз отмерите, прежде чем 1 раз отрежете. Такая здесь энергия достаточно холодная. Я подвижная, я не могу сказать, что вы мстительный человек, вам просто некогда. Вы не забываете, но вы не будете мстить, потому что вам просто некогда. У вас есть другие дела, другие интересы по жизни. Вы направлены на свое будущее больше, нежели на прошлое. И вам просто некогда заниматься другими людьми. Вы их просто отсекаете, убираете из своей жизни. Да, вы человек, который любит заниматься своим развитием, очень много читаете, очень много изучаете. У вас есть хобби, у вас есть разные интересы. Все, чем бы вы ни занялись, это вас вовлекает, это отнимает у вас много сил, но вам это в удовольствие, вам это как-то в кайф. Вот по своей натуре вы огненный человек. А сейчас вы находитесь в мечах. Это вынужденная ситуация, когда вам нужно много-много думать, прежде чем принять какое-то решение. Но по своей натуре вы подвижный. Вот я и говорила, да, что ребенок, он, скорее всего, на вас и похож. Только в более, ну, то есть в мужском таком. У вашего ребенка есть терпение, да, хоть он и подвижный, долго не может сидеть на одном месте, но у него есть терпение. Вот. А у вас это терпение, оно выражается в какой-то вот холоднокровности, в умении остужать свой разум, в умении анализировать как-то ситуацию и принимать решения, даже сложные для вас моменты. Да, вы умеете закрываться в себе и все взвешивать. То есть вы достаточно такой справедливый человек. Для вас справедливость — это вот слово чести. Оно для вас очень-очень важно. Хорошо. Мне так нравится, да, все дети похожи на своих родителей. Ну, на своих мам. Логично, да? На кого вы должны походить? Ну, я не знаю, может быть, там на бабушку, на дедушку. Здесь прям вот я вижу, вот яблоко от яблони падает. Вообще в раскладе. Хорошо, давайте посмотрим вашу роль в жизни вашего ребенка. Вот если во второй позиции я говорила о том, что ребенок не случайный, да, не случайно появился в жизни мамы, то здесь наоборот, что вы не случайная мама, ну, то есть вы важны для в жизни своего ребенка. Во-первых, вы, вот как ни странно, должны научить ребенка любви. Я почему я говорю как ни странно, потому что вы достаточно рассудительны,
Вы опираетесь на логику и на справедливость. То есть вы больше будете предпочитать что-то объяснять. Ну, то есть вам легче рассказать ребенку правила, да, как можно, как нельзя. И все, и на этом закончится. То есть вы делаете акцент на коммуникацию. А вашему ребенку хочется больше чувств. Вашему ребенку хочется эмоций. А вам это не свойственно. Вы не тот человек, который будете эмоционировать. А если будете, то где-то там в своей комнате, в подушку покричите, побьете ее, помучаете, все, выдохнула и потом пошла дальше. То есть вы такой лидер прям сильный. Баба, вот гром говоря, да, про таких женщин. Вот, но здесь вот ваша роль как раз-таки показывать ребенку именно эмоциональный фон. Насколько важно, насколько мама любит. Вот именно, знаете, даже не то, что телесные касания, а проявление чувств, эмоций, чтобы это наполняло ребенка. Почему? Потому что он такой же огненный, такой же земной, и ему не хватает эмоций. Я не вижу, чтобы он умел как-то выражать, либо вот... Вот эмоциональный аспект у вашего ребенка отсутствует. Я не говорю, что он не умеет чувствовать, но они не проявлены. Он их и не подавляет, и не выражает, просто нету. Есть очень много энергии, очень много движения у вашего ребенка. Не хватает чувств. То есть вот помните, я говорила в самом начале, когда я его описывала, что он не может, он не плачет. Когда ему больно, он не плачет. То есть он не умеет выражать, он не знает, что когда больно, можно плакать. У него нету таких понятий. И поэтому вот ваша роль заключается в том, чтобы уметь говорить о своих чувствах, о своих эмоциях. Вот именно показывать этот аспект. Эмоциональный. Далее, в чем заключается ваша роль? Умение показывать, как ваш ребенок может творить свою собственную реальность. Что это от него зависит, то, что он хочет, прям, знаете, как этот... Уметь управлять своими инстинктами, своими желаниями, потому что он такой земной ребенок, у него есть такое, например, если я хочу есть, он пойдет и ест. Он любит мясо, и он ест медленно. И здесь как бы так, знаете, вот он может иногда потыкать своим вот земным каким-то желанием. То есть... Когда он был более мелким, да, он за едой мог заспать. То есть вот именно медленно. Здесь у меня два показа. Либо ребенок, который очень быстро ест, либо ребенок, который так медленно ест, что вот он в какой-то момент даже может заснуть. Да? Либо если вы его кормили грудью, вот он так вот чуть-чуть поест, заснул. Только его отрываешь от груди, он опять просыпается, потому что он не наелся. То есть он в процессе как будто бы засыпает. И вот здесь вот он может потыкать своим каким-то инстинктом, прихотям. Да? Вот я случайно сказала про еду, про воду. Да, он может, если, допустим, вы пошли в поход и забыли взять флягу воды. Он не будет ныть. Это не тот ребенок, который говорит, я хочу пить, я там это устал. Нет, это не тот ребенок. Если вы ему скажете, нету воды, все. Ты мужик, терпи. Он это поймет. Причем в прямом смысле. Да? Неважно, сколько ему лет, я буду терпеть. Но здесь нужно укрощать, вот я не могла слово найти, укротить, нужно вам будет научить ребенка укрощать свои инстинкты. Я не знаю, каким образом, но вот здесь вот, помните, я говорила про плодородность вашего мальчика, вот у него в дальнейшем, когда он вырастет, он будет неразборчивый, может быть, как в минусе проигрывать в своих сексуальных желаниях. Неразборчив, я не имею в виду в контексте, там, независимо от пола, с кем идти, нет. А у него может быть много женщин, просто потому что это ему приносит удовольствие, и поскольку все-таки в сексе должно быть, вот знаете, хоть какая-то доля вот, духовности, да, в контексте именно связи. Ну, то есть душевная связь какая-то должна присутствовать между партнерами, да, чтобы это не было просто так соитие, да, какое-то, а
ну, как разврат. Вот здесь вот может быть такой, да, в дальнейшем, либо втыкание еде, ну, то есть обжорство, вот чревоугодие, вот эти вот грехи, они могут выходить у вашего ребенка вот в дальнейшем. И вот вам нужно, не случайно вы у меня выпадаете по аркану справедливости, да, вот рассказывать про законы, не только земные причинно-следственные связи, но еще о духовности. Вот у меня ощущение, что не хватает ребенку какой-то вот духовности, понятия. У вас это есть. У него нету такого, он слишком земной. Чему еще? Вот понятию семьи. Все, что связано с семьей, все, что связано с родом, вот с корнями, это то, что вы передаете своему ребенку. Умеренность. Вот умеренность, и выпал аркан двойки кубков любви. Умеренность, я уже озвучила это в контексте грехов наших, да, то есть уметь контролировать и управлять, не потыкать своим инстинктом животным, а любовь вот здесь вот очень важно. То есть вы как мать должны ему передать очень много любви. С одной стороны, рассказывать как правильно, а с другой стороны, не делать акцент только на нравоучениях, а иногда даже просто взять, обнять ребенка, поцеловать. Вот чувства ему нужны, ему любовь нужна. Вот это его фундаментом будет. Вот ваша задача, как ни странно, передавать ему любовь. Причем вы, как будто бы, знаете, хочется сказать, ответственны за его духовное, душевное состояние. Вот вы его как-то должны развивать еще и в духовном плане. Через любовь, не нравоучение, а как-то по-матерински, знаете, как-то с нежностью. Конкуренция, вот он не терпит, да, я вначале сказала, он победитель, он не терпит конкуренции, и вот ваша роль это как-то разбавлять, вот именно через любовь, да, я не знаю какая, вы уж сами знаете, наверное, потому что я не могу сейчас увидеть связку, да, любовь и конкуренция, скорее всего, наполнять его эмоционально таким образом, чтобы он доходил до состояния некой такой умеренности, и чтобы в нем вот не пробуждался вот этот вот инстинкт, да, что меня не любят, значит, я должен это отвоевывать, и значит, я буду со всеми конкурировать, допустим, за руку и сердце в будущем своей женщины или что-то такое. То есть вот здесь вот конкуренция, она будет его разрушать, у него очень много огня. Надо показывать, что этот огонь, он может быть в пользу, если его направлять как-то вот через эмоциональный фон. Причем направлять через, знаете, через достижение, допустим, и познание Творца, высших сил, любовь. То есть вот всю свою огненность, да, направлять в развитие, в обучение и связи с высшими силами. То есть вот туда, наверх поднимать. У него вот все по низам, а ему высших чакр не хватает. И это вы ему сможете дать. Вот бунт выходит, да. То есть очень, я же говорю, очень много огненности, да, гневливости, то есть я буду сопротивляться, мне это не нравится. Вот маленький милиционер. И вот здесь, вы знаете, еще так интересно, что у него иногда, когда бывает вот эта вот конкуренция, и он не добивается победы, а ему очень важна победа, он за эту сам как-то самоутверждается, здесь, во-первых, ему нужно научиться проигрывать, потому что у него выпадает сценарий неудача. То есть он будет впадать в агрессию, и ну, это будет ему в минус, потому что он не умеет проигрывать. Вот ему нужно этому научиться, потому что он считает, что удача от него отворачивает, что он не везунчик, да, что он не заслужил. И он как-то ну, очень болезненно будет реагировать на это все. То есть вам нужно учить его проигрывать, что это окей, это нормально. Это не ты, ну, то есть не то, что ты не можешь всегда выиграть, ты можешь, но иногда важно с точки зрения стратегии, а вы достаточно хороший стратег, иногда важно проигрывать.
Здесь вот у меня как раз-таки ваша роль в жизни ребенка – это духовное его развитие. Все, на этом остановлюсь, потому что мне кажется, я сейчас буду повторяться. Сценарий про это показывает. Это напоминает про то, что вы взращиваете очень хорошего лидера, спартанца, очень сильного такого военнослужащего, к примеру. И вот ему не хватает человечности. А человечность приходит через мудрость и через понимание, через духовность. Вот ваша роль как раз-таки вот эти качества в него вложить. Потому что из него выходит первоклассный такой лидер, да, который может вести людей за собой. Но если в нем не проработать вот эту вот агрессию, конкуренцию, вот через любовь, через эмоциональный фон, он будет очень жестоким. То есть если вот мы иногда видим, что бывают люди такие достаточно жестокие, которые могут издеваться над, я не знаю, над другими людьми, над животными. Вот, вот это вот та категория людей, о которых я описала в вашем ребенке, то есть те, которые недолюблены. Всем людям, безусловно, не хватает любви, да, в детстве, это очень важное качество. Вот в вашем случае ребенку очень важно, потому что не получая эту любовь, непонимание, что вообще есть эмоции. У меня такое ощущение, что у него нету категории в жизни, которая называется эмоции, которая называется, знаете, вот как этот, боже мой, инопланетянин прилетает и, допустим, видит девушку, которая плачет, он вот так вот трогает ее слезы и говорит: вода. Ну, то есть не понимает, что это эмоция, он не знает, он не понимает, почему у тебя на щеке вода. Вот здесь у вашего ребенка это точно так же. Возможно, даже когда вы плачете, он к вам подходит, так тыкает пальцами, и он не понимает, это что, да, почему ты плачешь? То есть неужели человек может что-то еще, кроме каких-то вот таких вот военных основ, чувствовать? То есть ему это непонятно. Это для него абсолютно новое. Вот ваша задача вовремя это ему показать. Вот такой у нас с вами сегодня был расклад. Я благодарю вас за внимание. Я читаю уже комментарии, да, я не отвечаю пока еще на комментарии, может быть, очень редко, в каких-то исключениях, но я уже читаю ваши комментарии, я уже исправляюсь, работая с собой, да, может быть, в скором будущем все будет классно и нормально. Поэтому читаю. Благодарю вас за внимание, за донаты. Я все время забываю говорить слова благодарности за донаты. Сказала сейчас. За ваши лайки, за ваши комментарии. Я с вами прощаюсь. До новых раскладов. Пока-пока.